Продолжаем разговор про продукты в Бангладеш. Здесь можно купить сухое молоко производства Швейцария. С витаминками. Дальше. Йогурт вот такой, ну, продают здесь местный. Зеленый горошек. Консервы. Так, про это я уже в одном сюжете говорила. Это у нас сардина. Очень вкусная, мне понравилась. Взяла еще раз. Это фасоль, производство Нана, как и горошек. Творог. Здесь килограмм. Сметана в стеклянной баночке. Но, правда, цены тут очень дорогие. Я вам говорила, уже эквивалент 1 рубля – это 1 бангладешская така. Или тенге. Так, вот эта баночка стоит 370 так бангладешских. Вот это сахарный песок. Это чай. Производство Бангладеш все. Это желатин. Это вода питьевая. Также здесь можно купить разрыхлитель для теста производства Китай. Это у нас соль местного производства. Это у нас мука так упакована. Салфетки вот такие. Дальше здесь можно купить испанское масло оливковое. Производство Испании. Так, вот это майонез. Вот он какой, в большой баночке. Это уксус. Итальянское производство Италия. Лаваза кофе. Так, и в подарок продавец еще дал вот такой батончик зерновой. Фирма Пран. Это как раз местная бангладешская фирма. Я думаю, очень вкусно.